Привет, друзья! Вы на канале Орео Вероника. Вы меня часто спрашиваете в Инстаграм, чтобы я выложила видео про свои медали. Я занимаюсь черлидингом с 2 лет в школе Черника. За это время я была на многих соревнованиях и накопила много медалей. Сейчас я вам их покажу. Поехали! Пока у меня нет медальницы, я храню свои медали в шкафу на вешалке. И я когда-то думаю, что папа и мама мне купят медальницу. Да, мама? Да, папа? Да, вы меня слышите? У кого есть вешалка с медалями, ставим лайк. И у кого есть медальница, тоже ставим лайк. Интересно, сколько у меня медалей? Я их никогда еще не считала. Давайте посчитаем вместе. Считаем бронзовые сначала. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 бронзовых медалей. Теперь серебряные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тоже 7. Теперь золотые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И 19 золотых. Ого, вот это они тяжелые. Как вешалка их выдерживает? У меня 33 медали. Как вы думаете, это много или мало? Это моя самая любимая медаль, потому что я ее завоевала, когда я была на первых соревнованиях 3 годика. И вот это моя любимая, потому что она очень с красивыми узорами. И вот это моя любимая, потому что она самая большая в моей коллекции. И вот это, потому что она необычной формы. И вот это, я ее завоевала в другой стране, Греции, а еще я завоевала кубок. Вот такой кубок. Написано Diamond Cup. Первое место. Кто думает, что это не настоящее золото, ставим лайк. Кому понравилась моя коллекция, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока! Не забудьте подписаться на мой Инстаграм.